Русский драмтеатр готовит премьеру спектакля «Волки и овцы» по пьесе Александра Островского. Сегодня наша съемочная группа побывала на генеральном прогоне спектакля. Режиссер Владимир Красотин выбрал пьесу, которая будет интересна как взрослым, так и молодым. По словам режиссера, в этой постановке множество тем, которые переплетаются в основном сюжете. Каждый зритель может найти для себя что-то интересное в нем. Потому что здесь и действительно смешные комические сцены, и лирические сцены, и какие-то полудетективные какая-то истории. В спектакле занят ведущий актерский состав. В главной роли зрители увидят заслуженную артистку Российской Федерации Галину Холопцеву. Эту роль Галина Анатольевна считает подарком судьбы. Готовясь к роли Мурзовецкой, богатой, властной помещицы, актриса нашла в ее образе множество нюансов, которые не замечала прежде. Диапазон такой большой, что, вот все, что ты хочешь сыграть, все можно вложить в эту роль. Все, что у тебя в душе, все, что у тебя случилось в жизни, не случилось в жизни, я через эту роль. Причем, вы знаете, я эту роль раньше не считала такой. Я эту пьесу много раз видела в постановках. Мне всегда интереснее всего была Глафира. И дело тут не в возрасте. Я как-то не замечала Мурзовецкую. А вот когда начала работать, а только я узнала, что будут ставить этот спектакль, прочла пьесу. Я просто потеряла покой. Молодая и красивая Евлампия Купаевна рано овдовела и не знает, как распорядиться оставленным мужем богатством. Она мечтает о любви и счастье и даже не подозревает, какие страсти кипят вокруг нее. Властная помещица Мурзовецкая пытается хитростью и нечестным путем завладеть состоянием вдовы. Вынашивает план женить на ней своего беспутного племянника. Однако положивших глаз на чужое богатство оказалось достаточно. В комедии также заняты Лариса Мальцева, Диана Яковлева, Александр Шаповалов, Сергей Овлев. Художественным оформлением спектакля занимался заслуженный художник Чувашии Владимир Шведов. Это спектакль Островского для художника четвертый по счету. Над Островским многие работали, и вообще не одни художники там решали, и в разные поколения разные. Поэтому что-то новое создать сложно. Тем более, что я уже четвертый спектакль делаю, мне захотелось вот в таком стиле сделать, знаете, жостовский поднос. Я сделал в виде красочных таких цветов, и чтобы было в одном стиле сделано, это вот в каждый элемент я как бы ввел в деталях везде, есть и в креслах, и в диванах, и в общем во всех элементах декорации. Премьера спектакля состоится 18 июня в 18:30. Татьяна Молок, Валюна Алтухова, Олег Якимов. Республика.